have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки. Если я говорил, что прошлое видео выйдет с небольшой задержкой, я ошибался. Это видео вышло с большой задержкой. Не благодарите. Ладно, у нас молодое, выдержанное. Ну, мы ждем, пока выдержанное выдержится. Пришло, я не знаю, штук 10 разных патчей, разного чего только можно. Давайте я сладости приготовлю. Ведро воды. 2,44, 96, 2,40. Ну, давайте вот это. Четыре ведра воды. Давайте мы откроемся, наверное, да. У меня все равно процесс автоматизирован. Так вот. Тут... у меня свечки закончились, круто. У меня проблемы с местом, я вспомнил. Он сам ставит свечки. Прикольно, прикольно. То есть... Извиняюсь. Чувак может прийти сам поставить свечки. Добавили, оказывается, пляж. Добавили... так, пардоньте, мне не сюда. Добавили ловлю рыбы. Добавили кучу всего. Чего мне не хватает? Гвоздей чуть-чуть и досок чуть-чуть не хватает. Доски наделай. Пойдем еще гвозди закажем, если получится. Топлива не хватает. Весь хворост нафиг. И добавим еще... F. To pay respect. Хорошо. Пусть все делается, пусть все это. У меня люди потихонечку приходят. Уходят. Так, воду набрать надо реально. Алкоголь мы, наверное, сможем уже завтра наливать. Я надеюсь, что будет завтра. Также сказали, что новые применили лопаты, что лопаты теперь можно копать абсолютно в любом месте. На пляже у нас там будут новые квесты, новые персонажи. Это железная руда. Подожди, мне нужен уголь. Пойдем сегодня путешествовать. Мы достигли... Да что ж такое, извиняюсь, ребят. Достигли того уровня просветления, когда мы можем спокойно ставить свою таверну. Люди там будут работать, они будут там продавать всякое. Вон, деньги у меня уже пошли за продажу. Спасибо им огромное. А я могу просто путешествовать потихонечку. Пляж интересно, где будет. Пока что без понятия. Давайте хотя бы с этими персами поговорим. Так нельзя, мы должны вернуться к работе. Я думаю, что мне плевать на ситуацию с Фером, она не ошибается, понимаешь? Ну, кстати, рыбу ловить можно. А где удочку взять? Может, как раз скрафтить удочку можно? Я тоже не хочу взрывать Фер, но мы не можем сидеть, сложив руки. Фер, скорее всего, тут замерзший. Все думают, что мне так, это уже было. Который там в кристалле. Напряжение между ковбоем и Броком все больше и больше. Добром это не кончится. Клайв ведет себя так, будто это все не его вина. Несчастный случай, говорит, вранье. Меня это достало. Если Клайв опять откроет свой рот, то я за себя не ручаюсь. Может, Клайв и прав, но то, что он от нас требует, это уж слишком. А что вы предлагаете? Может, Клайв... А, это уже повторно. Стало теплее, но Фаро все еще там, холодный как ледышка. Ферро. Клайв и Рошель хотели подорвать ледяную глыбу, чтобы пройти в шахту, но как они вообще до такого додумались? Так, хорошо. Я знаю, это ужасно. Фера больше нет с нами. Мы должны думать о том, что будет дальше лучше для нас. Так, 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 так. Мне нужно как-то, каким-то образом, где-то почему-то достать удочку. Но я пока не знаю, как это сделать. Надо будет потом в крафте пошариться. Собрать. Хворост собрать, отлично. Надо попробовать решить проблему с замерзшим челом. Скорее всего, который вот здесь.
А, не-не-не, погодите, это портал. В портал я еще не ходил. Прям все красивенько так. Говорил уже, не говорил, но это похоже на экзанимум. Переход в четвертую локацию. Так, а вокруг я тут не ходил. Собрать что? Шампиньоны, красиво. Возможно, я немножечко преждевременно отправился все это искать. Потому что, как минимум, надо было раздобыть удочку перед тем, как... Подойти... А откуда тут... О! Тут под этим светом как раз и растут грибы. Так, золото идет, кстати. Мы уже заработали целый один золотой за все это время. Вот, значит, тут тоже должны быть грибы, да? Фигушки. Ну, пойдем. Во, вот тут вот предлагали мне копать. Ну-ка. Вязь. Есть! Так, туда мне пока нельзя. Продолжаем. Росток дуба. Надо, может, это все посажать. Я не особо любитель что-то сажать. Колупаться в земле — это вообще прям максимально не мое. Нет, я сейчас копать не буду. Спасибо. Давайте посмотрю, если я могу... А что я могу вообще скрафтить? Тут всякие интересные вещи. Это я понимаю. Поставлю еще одну бочку для... Это же не здесь, это здесь. Дубовая бочка. Вот, мне вот это нужно. Дольше только одну могу. Ну ладно, пусть крафтится потихонечку. У нас 13.01. Да, сюда я до сих пор не могу пройти. Давайте вниз еще раз тогда сходим. В портал я до сих пор не зашел, потому что мне кажется, что нас там может затянуть, и мы не вернемся какое-то время. Так, ну, блин, оно само не выбирается, я понял. Черви. Саженец вязя. Вязя. Уточки. О, веревочка. Кряк. Магические растения. Форест. Это все потихонечку превращается в некий такой Animal Crossing. Не то чтобы я против, я обожаю Animal Crossing. Я в нем уже очень много лет торчу и не собираюсь уходить оттуда, так что не поймите меня превратно, но все же... И что-то мне вспомнился мемчик, типа, что если ты хочешь что-то сделать с игрой, добавь туда рыбалку. Все так делают, Far Cry так делает. Любая игра, которая... О, нам нужна, ну, нужна свежая новая идея. Добавьте туда рыбалку. Ну, понимаю. Хворост, хворост. Блин, водички, конечно, добавили хорошо. О, вот эта локация новая. Здесь, по-моему, я не был. Червяков, я так понимаю, что это будет наживка. Ух ты ж, ёб, привет, дядька. А как, а что? Ты папа Боба? Что? Нет. Боб искать, но Боб не может найти. Боб, твое имя?
Да, маленькая Вайолет, дать имя Боб говорит спасибо. Это хорошее имя. Ты друг. Друг Боба и Нагита. Нагит, ну, вон цыпленок на голове. Нагит лучший друг Боба. Он умный курица. Она помогает Бобу в магазине. Она умный курица. Что, продаешь? Да, смотри, скажи Бобу, если тебе нравится. Посмотреть товары. Ага. Яйца. Медный лом, серьезно, и хворост. Люди боятся и бежать, когда видят Боб. Ищешь своего отца? Папа Вайолет говорит, папа любить Боба. Боб не знает, камень в груди и болеть. Понимаю. Папа оставить Боба одного. Бобу грустно и одиноко, пока не встретит семья Вайолет. Они любить Боба и дать Бобу Наггет. Наггет теперь ухаживать за Бобом. Если найти папу, скажи Бобу. Боб обнять или ударить папу после того, что папа сказать. Да, скажи, если что-то узнаю. Ты хороший, Наггет и Боб любить тебя. То можно еще пройти. Вот пляж, да? Да. Там туалеты. Пляж здоровенный просто. Локация просто огромная. Кстати, деньги-то перестали сильно хорошо идти. Возможно, я там не оставил достаточно еды или что-то. Закрывайтесь. Хорошо, что можно так дистанционно закрыться. Сюда зайти нельзя. Миди. Звездочка. Еще миди. Прикольно. О-о-о! Камень, преграждающий дорогу. Возможно, если убедить тех ребят, что не надо взрывать своего товарища, они смогут мне отдать взрывчатку, которую я смогу использовать здесь. Звучит как что-то интересное. Ну-ка, я прокачать сейчас ничего не могу. У меня... Нет, у меня что-то хватает, подождите. Скоро будет, скоро будет. Это прокачка... 13-19. Я могу качать все, что не требует синего, потому что синего у меня мало. Все, что не требует синего, а такого нету. Все требует синего. Я так понимаю, что мне все равно придется прокачивать все подряд, чтобы хоть до чего-то где-то достигнуть. Ну и давай вот это тоже качнем. Все, синее мы все потратили. Как будет еще синее, тогда вернемся. Новые рецепты. Вот, то, что мне нужно. У меня нет места для этого, получается. Это печально. А оно пропадет к следующему разу, да? Офигеть, сколько тут всего. Я все это выкапываю, оно все... Поехали домой. Во-первых, 18.50. А во-вторых, нужно разобраться с готовкой. В-третьих, нужно сюда вернуться с пустыми руками, чтобы было место все это собирать. Значит, получается, на следующий день... И еще нужно сейчас понять, как скрафтить удочку, или где ее сделать, или где ее купить. А почему, там, не знаю, те же черви, они уходят как-то, типа, просто вот, хопа, и ушли. И, там, хворост и все, а вот это все скапливается в инвентаре. Ну ладно. Кстати, уровень неплохо так поднялся. Опять же, при том, что меня абсолютнейше не было в таверне, в гостинице. Оно все как-то само, само. Могу ли я как-то сам
добраться до рецепта динамита. Так, где все то, что я наготовил? Режим декорирования активен, нажмите. Стой, а как? Ну и вот я. Ладно, забейте. Как мне его поставить? Вот. Все, его можно повесить. Отлично, бочку от бочки мы избавились. Открыть. Нет, туда нужно будет алкоголь. А, кстати, бочку-то я забрал с улицы или нет? Я не помню. Скорее всего, я забыл. Да. Спасибо. Быстренько ставим бочку, быстренько ставим туда на закисание еще один алкоголь. На вот этот вот, чтобы ты мне клетку освободил. Я не знаю, насколько. По-моему, раньше на таб открывалось, или я что-то путаю. Странно. Так, столы, лавочки, деревья. Блин, мне все бы это куда-то положить, что ли? Как это можно сделать, чтобы оно мне... Да, вот так можно. Все, я понял. Я что-то не подумал, что у меня тут есть отдельный сундучок, в который можно складывать вещи, чтобы они меня не занимали тут. Все, тогда можно идти спать. А, вон. Да, точно, у меня вон хавчик болтается, потому что не было места его подобрать. Супер. Его можно внести в меню. Собственно, таверна потому и не продавала ни хрена, потому что подавала кашицу и воду. У меня даже каши нету. Приготовленные морепродукты. Мне нужно куча разных блюд. Все, поехали спать. Да, какой кровать? Да, лечь спать, поехали. Потому продажа и топталась на месте, потому что кроме воды никто ничего не подавал. Быстренько готовим сейчас кучу всего. Светлый солодовый. Так, это у меня куча ячменя. О, я могу... Я могу другие напитки. Мне нужно другое сусло, да, я так понимаю. Да, в общем, это мы потом поназаказываем. Это все не проблема.
предмет не готов. Ну, я этому тоже не очень-то рад. Так, добавьте морепродукты. Надо... Кашу-то я могу сделать? О, привет. Ты все? Ладно, открываемся, хрен с вами. Пойдем в погреб. Эти уже почти что выдержаны. Прям вот еще чуть-чуть. Тоже выдержаны. Тоже еще чуть-чуть. Ой, блин, скоро мы сможем подавать нормальный алкоголь. Так, там уже воду дают. Давайте скорее, пожалуйста. Нужно будет сделать чай и заполнить и вторую бочку чаем. Ну да, насколько это может быть. Пойдем пока воду наберем. Не то. Так. Это сундук... Да, в который нам приходит. Получается... Извиняюсь. Получается, нам нужно... Да хрена, что нужно? Что можно... Где можно сделать вообще удочку? На какой... хренотени? Металлические разные вещи можно делать. Тут слитки, да. О, ну наковальня, да, у меня есть, хорошо. Пойдем на кухню пока что. У нас тут люди разжираются, это хорошо. Наконец-то готово. А топливо. Нам за углем надо сходить. Итак, каша. Так, давай, во-первых, орехов. Потому что они вкусные, они сладкие, они хорошо идут. Да, и люди их покупают, и это хорошо. Найти еще морепродуктов. Прям целое море продуктов для вас. Я пока что не знаю и не вижу, где можно сделать удочку, уж извините. Что странно немножко. Может, ее как-то можно получить на уровне или... Посмотрим. Что-то у нас там грибное. Вроде жизнь кипит, кстати. Воду доливают. А, так, из напитков. Листья чая. Листьев чая у меня нету. У меня есть рыба. Давайте... Каша еще. Для разнообразия влепим. И можно еще морепродуктов. Каша, кстати, довольно быстро готовится, я понимаю. Я хочу максимально попробовать избежать земледелия. Мне оно очень не нравится, как в реальной жизни, так и в игровой. Я хочу таверну качать, а не деревья сажать. Поэтому сладости последние. Чай не могу сделать, это печально. Вторую бочечку я вкинул, конечно. Так, нати. Каши разные. Да, денежка немножечко пошла, хорошо. Я очень надеюсь... О, иди сюда. Очень надеюсь, что мы сможем при получении сейчас вот следующего уровня получить удочку, раз вы такие типа добавили. Дайте или... Ну, вот эти все вещи нам давали. Окей.
Кстати, может быть тогда часть того, что мне не надо, например, Лейка, я ее сейчас не пользуюсь. Давайте ее... Блин. Пока сюда уберу. Главное, потом не забыть, что я туда убрал. У меня тут 4 места в инвентаре. Так, звезда, червик. Черви, кстати, это... Они идут как... Как что-то... Так, давайте еще вот эти вот вещи. Я же их сделал, чтобы их не развесить. По-моему, таверна должна быть закрыта для этого. Ладно. Вот это. Тихо. Буквально еще капелюшечку, и мы сможем сильно увеличить наши доходы, потому что вот оно скоро дойдет. Прям тут чуть-чуть осталось. Я думаю, даже до вечера оно уже дойдет. Фиолетовое, фиолетовое, фиолетовое. Вот это тоже может достаточно скоро дойти. Это не какущее, это еще зеленое, это тоже еще зеленое. В общем, на завтрашний день мы уже можем начать продавать алкоголь. Неплохо. Пойдемте пока. Надо готовиться. Продуктов он... Куда ты пошел на перерыв, блин? Поработать, блин. Уголь надо бы. Потому что мы много тратим на печки. Предлагаю тогда... Сейчас мы разберемся с тем, что у нас есть. А на следующий день, ну, по сути, уже, наверное, тогда уже в следующей серии, пойти и попробовать выполнить какой-нибудь квест. То мы просто сейчас сегодня ходили, исследовали, пытались урегулировать наши дела. Хочется именно что-нибудь такого. Модная руда. Можно было бы, конечно, сейчас кучу всего поназаказывать, но я пока без понятия, что я хочу варить, жарить. Еда у меня пока что на сегодня-завтра есть, чем людей кормить. На том тоже спасибо. Как раз тогда вот этот вот завтрашний день можно будет использовать во благо. Так. Ты не можешь? Недостаточно. Не можешь. Ты у нас накопила уровень. Недостаточно, потому что один поинт. Да. Разблокируем. Я без понятия, живет у нас кто-то там, не живет. Ну вот за сегодня, за утро, мы уже один золотой заработали. Я бы хотел, например, чтобы у нас было там... Не знаю, золотых 10-12, чтобы мы могли спокойно более-менее распоряжаться той едой, которая у нас есть. Давайте утрицы еще разочек. И можно воду поднабрать. Ладно, ладно, я буду тише. Интересно, они сами за водой ходят или это обязанность все-таки полностью на мне? Это было бы интересно узнать. Стой! Можно купить удочку? За сколько-то там? Подожди, инструмент. Ладно, давай все. Большой сундук можно купить. Кстати, да, вариант. Верстаки, ведро, салфетки, волшебная метла за 4 золотых. Я в прошлый раз этого уже удивлялся, не знаю, чего удивляюсь в этот раз. Дрожжи для лагера, емкость для закаливания. Неплохо. Изящный синий ковер. Канделябры. Лежанка. Ну, для котиков. Вот инструменты, смотри. Мотыга, лопата, коса, кирка, топор, мешок. Для кота, что ли? Настенный факел, настенный календарь. Ну, то есть удочки там нету. Паутина, прикольно. Плюшевая мишка. Ру.
ручка, свечи. Свечи, может, потом надо будет подзаказывать, но пока вроде есть. Семена, это, конечно, все тоже классно. Тряпка. Тряпка! Флаг космических пиратов. Да, когда-то я это куплю. Фонарь. Швабра. Почему она не с остальными инструментами? Может, кстати, орешков-то заказать? Бобовые очень питательные. Кешью. Орехи. А, это насколько я покупаю? Фундук тоже орех. Купить. Она хорошо продается, она приносит хорошие деньги. Мы скоро уже перейдем на крупные продажи вот этой вот гадости алкогольной, так что деньги у нас будут. Будем травить людей по полной. Ну ты там доделаешься или нет уже? Выдержанное. Оно и изменится, то, что оно как-то там другое оно будет, или... 13.00. То есть вот это что же, оно уже выдержанное? Да. Оно же должно поменять... Так. Это ничего, это фиолетовое, это зеленое. Оно же должно стать там каким-то красным или... интересно. О, ты доварился. Неужели это свершилось? Еще кашки надо. А, я могу опять что-то прокачать. Давайте позырим. Так, у меня два. На два я здесь ни хрена не прокачаю. Зато здесь можно вот это и вот это купить. Хорошо. Ну это крафтить, это крафтить, это крафтить, это конечно хорошо, но нет. Рыба и ведро воды. Давайте еще и супчика докинем. Не-не-не-не-не-не-не. Кофейный перерыв она себе пошла устраивать. Вышибала сразу же идет и напоминает ей, что типа не надо так делать, да? Хорошо. У меня просто ведро там болталось нормально. Ты типа все это крайняя степень выдержанности или... Вы открыли панель трендов. Можете посмотреть, какие товары сейчас в тренде через склад вашего бара. Вы также имеете. Также можете посмотреть, какие товары будут в тренде в будущем. Открыв свой календарь. Тренды. Макс вместимости клетка. Пола 15. Ну, спасибо, конечно, но как бы пока... Возможно, я позже это заценю. Пока что я в этом не особо заинтересован. Что я хочу еще не пришло, в принципе, ладно. 3 часа должно пройти, если я правильно помню. Давай доделывайся скорее, блин. Выделывайся. Так это по-хорошему, можно сегодня немножечко пораньше закрыться. Я пока, ну то есть я знаю, что удочку доделали, но я пока не вижу. О, заказ доставим, где ее получить? Потому что она не продается, она не крафтится. Не, есть, конечно, всегда вариант, что я провтыкал. Этого никто не отменит. Да, все правильно. Хорошо. Поехали сюда.
Замечательное место для отдыха. Видишь, как хорошо. Проблема в том, что я буквально вот орешков заказал, и все, все мои деньги на этом закончились. Это печально. Можем, наверное, да, сегодня пораньше закрыться. Сейчас у нас все доготовится, доварится. Я, наверное, поставлю что-то сладкое на ночь готовиться, потому что оно будет готовиться долго, я так подозреваю. Завтра дождя не было, да. Можно, кстати, знаете что? Купить листья чая или попробовать найти? Давайте я попробую купить. У меня есть два бочонка. С двух бочонков можно же продавать разные напитки. Не-не-не-не-не. Стой. Нет, не пивоварная. Еда. Арбуз. Орехи. Листья зеленого чая. Да. Покупаем. И надо будет его сегодня наготовить. Так, ты доготовился наконец-то. Мне бы, наверное, тогда, может быть, вторую кухню. Потому что как-то оно медленно все это. А, мы же закрылись. Стоп. Нет, надо поставить что-то готовиться, а потом уже идти. Ну, в смысле, блин, вот такие вещи, было бы приятно, если бы оно ставилось само. Так. Вот эти вещи, их куда можно? На стену? Или куда? На пол? Я пока не знаю, что это будет, но ладно, давайте так. Подождем заказ. Подождем. Ну, наверное, знаете что, ребят? Я, наверное, буду тогда на этом серию заканчивать. Я сейчас дождусь заказа. Я не думаю, что это будет уже все интересно. Начнем мы тогда уже со следующего дня. Я пока постараюсь наготовить всяких продуктов. Подождать, пока сейчас придут листинные чаи, всякое такое. А встретимся мы уже с вами в следующий раз. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.